Москве объявили победителей 9-го сезона национальной премии «Бизнес-успех». В этом году мероприятие провели в онлайн-формате. Премия «Бизнес-успех» существует для того, чтобы сделать известным на федеральном уровне уникальные, яркие примеры малого и среднего бизнеса в регионах России. Это еще и призовой фонд, сейчас это больше 80 миллионов рублей, программа MBA, наша международная зарубежная стажировка, наша акселерационная программа в Москве. Из 10 тысяч участников жюри выделило лучших в 13 номинациях. Оценивали новизну идеи, перспективность бизнеса, социальную ответственность, потенциал к тиражированию и презентацию. Подобные мероприятия, безусловно, вовлекают предпринимательство. Я уверен, что это мотивирует людей к действию и, безусловно, оказывает хорошее позитивное влияние на то, чтобы люди больше шли в предпринимательство, больше становились экспортерами. В номинации «Лучший женский проект» победила предпринимательница из Хабаровска. Ее компания – лидер по производству кабеля на Дальнем Востоке. Женщина-предприниматель в абсолютно таком мужском бизнесе – это Дальний Восток, один из наших огромных приоритетов для банка. Помимо того, что мы занимаемся поддержкой ниш, и женское предпринимательство – это одна из наших ниш. За работой форума и финалом премии в режиме онлайн следили порядка 200 тысяч человек.